Хейл, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Crash Bandicoot. Это у нас первая часть самой игры. Так, и у нас новый остров, походу какой-то завод. По виду это у нас будет последнее, типа последний остров, но это не точно. Вероятно, их всего 4, если у нас уже пошло... Типа у нас были обычные острова, да, с туземцами, и все такое теперь у нас более продвинутый. Там, где был доктор, вот это, негатив... Или как его там? Ну, я, короче, посмотрю. Так, что это? Камеры какие-то? Механические роботы. Так, ну до этого я понял, прикасаться нельзя. И да, вот из этого тоже. Туда. Так, машинки с лезвием. До свидания. А, она не подбросила. Но это запрыгнуть можно. Не понял. И... А, я могу становиться на ледышке. Да, значит, все-таки... И все так сложно. Я подумал, что вообще ни на что нельзя остановиться. Оказывается, не. Ледышки нас разрешены. Ламнулом. Ну, робота я перепрыгнул с помощью. Ладно, хотя. Не, я не хочу. Мало ли. Ладно, минус яблоко. Тихо, раскаленка. Не беда. Зато я контишку взял. Знаете, скорее всего... Нет, не могу, я даже на них сверху прыгать. Буду знать. А вот эти я точно могу прыгать. Это я уже выяснил. Пар опасен. Тихо. Ворына. Континиум. Поехали. Так, бонус раунд. Интересно, что у нас будет. Все заключается на прыжках. Блин. Не хочу мучиться. Я контишек только не вижу. Это единственный вот для меня сейчас минус. Я не вижу контишек. Ладно, у меня есть эту жизнь. Я не могу упасть. Тихо. Пары воздуха. Черепошка. Так. Континиум. Да. Вот это мне тоже не нравится почему-то. А не? Это она только будет херячить. Либо типа того. Та платформа мне тоже почему-то не нравится. Которая, кажется, как будто меня сейчас подбросит. Тихо. Ну, здесь просто нужно было пробежать, это такое себе. Так себе. Ладно. Я просто не понял, да, начальную, типа, идею, которую они хотели мне предложить. Ну, уже все ясненько, все понятненько. Но это попрыгунчик, мне кажется, почему-то. Он даже выглядит как попрыгунчик.
Ладно, одно яблоко не взял, не беда. Так, вот здесь нужно будет сейчас попытаться. Платформа, тихо. У меня их только два. Два. Не вижу. Так, это наверх. Так, яблоки. Тихо, я хочу контишу. Халявная контишу. Тихо. Яблоньки. О-о-о! Почему бы и нет? Разве кому-то мешали? Эх, сколько ящиков сейчас на меня угрохнется. Так, мышку можно убрать пока что. Да, жаль, это не скипается. Интересно, что будет, если вообще ни одного не собрать? Робочанка. Я пробежал остров, и мне не дали алмаз. Вот, помните, где Раш? Я сломал все ящички. Мне не дали камень. Или я его не заметил? Так, что-то мне это не нравится. Лейдинг. Кортекс Пауэр. По сути, я тёлку могу как-то юзать. Она юзабельная. Кортекс Пауэр. Так. Да, это походу, похоже, его база. Зам, откройся. Меня может убить лучик, который летает. Не сама панелька, а лучик, да? Хорошо. Конечно, я пойду там, где контишка. Нет, не пойду. Передумал. Ну ладно. Вау. Чет новенькая. Злыдни какие-то. Доктор Злыдень. Бум. Континюм. Хочешь бы и нет. Лайфхак, как выжить. Не, вот это мне, конечно, с одной стороны повезло, потому что у меня уже 40 с чем-то контишек. Надеюсь, я не накаркал. Уп. Ауч. Так я ж между прыгнул. Сорок антишек должно остаться. А, эта платформа неподвижная. Ой-ой-ой, где я вообще нахожусь? Сорян. Ловушек нету? Странно. Ага. Вот так, да? Ага, откуда я начинаю? Классненько. Классненько. Бум-бум. Бум-бум. Робот, сорян. Либо ты, либо я.
Если честно, я сейчас не понял, где дополнительные ящики. Сука, как это пройти? Не понимать. Я не понимать. Вы объяснять. Чак. 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 Ладно, зато я хотя бы могу яблоки пособирать. Ладно, давайте осторожно. Оп. Изи. А, я два раза умер на выходе. Где-то еще дохерища дохера ящичков валяется. Ну, доп, жизнь, это неплохо. 42 жизняки. Ну да, если так подумать, это быстрее жизни будут, чем континиуму. Так, два уровня есть. Блин, не-не-не, ребят, это все-таки будет не последний остров. У нас потом их же там двое, да? Вот этот доктор и челик еще там. Второй профессор их не. Скорее всего, здесь я буду драться с профессором. А уж там я буду, ну, на последнем острове. Хотя там идет дорожка вверх. Скорее всего, это будет последнее, если дорожка вверх. Волны такое, что на острове два босса. Да, челик, где кенгуру был на водопаде, и вот это куала. Куала. А в первом острове? Да-да-да. Это он самый. Далеко полетим? Нет. Найс. Найс. Орел там было допрыгнуть. Хочу их ломать, ладно. Я думал, они как-то по-другому меня убьют. Да, орел допрыгнуть. Ладно. Я не дурачок. У меня есть другие способы. Перепрыгнуть! Делочка. Тык-тык, тык-тык. Зато я там потратился. Давай, еще здесь коньишка. Найс. Плюс чекпоинт. И тут давай чекпоинт. Долетелку. Главное допрыгивать. Надеюсь... Нет, нет, нормально. Нормал. Бонус раунд. Бонус раунд. Ну это хоть, ну, хотя бы две. Не одна, не ноль. Как в том дурацком было. Ладно. Килка. Континиум там был? Ничего себе. Поехали. Ти-ти-ти-ти-ти, не спешим. Не, камера никогда не опасна. Ну это, бля, игра в платформер. Игра сама по себе не должна быть опасной. В скобочках. Нет. Поч. Поч. Поч я умереть. Минус я блоко. Минус ты блоко.
Папапарация. Папапарация. Поехали. Мне не нравится это. Они меня тоже не убивают? Не, это раскаленные. Я помню, они меня убивали. Вот эти не должны убивать. Но это тоже не точно. Лучше до них не... Три контишки! Три контишки! Осторожно, крысы. Вот крысы. Тоже как вариант босса. Почему бы и нет? Нападение крысы с двумя пекалями на тебя. Я только не знаю насчет этих. Второй, третьей части. Там есть одна прикольная. Типа мы отправляемся в... Ну, типа телепорта в будущее. В прошлое, это, кажется, третья часть. А вторую... Только там вот в третьей части мы можем играть уже и за тёлку. Его же тёлку. За его сестру. Короче, и такое. Да, часть это такой себе. И плюс, как бы, и минус. Вот первая самая такая. Ну, только что здесь места такие. Ну, как именно острова, да? Чё? Я понял, почему там говорили. Будьте осторожны. Как его убивать? Понятненько. Ну, здесь сейчас наши главные враги будут крысы. Вау. Континью. Не, яблоки. Здорово. Бог. Да блин! Наконец-то достал. Не тяжело. Ни разу. Континиум. Не. Так, ну он опять там кидает свои бочки эти сраные. Хер знает где. Не, вот это не такое тяжелое. Да, типа отрава, нужно постоянно прыгать. Но сложности ноль. Если бы здесь платформы еще двигались, а бочки бы летали с двух сразу сторон. Ладно, там бомба. Беру свои слова обратно. Как мне это... Ребят, я беру свои слова обратно. Я беру полностью все свои слова обратно. Вот как катились бочки, пускай бы они катились. Мне кажется, ничего такого плохого не случилось бы. Тихо, верни бочку обратно. А теперь у меня какой-то трэш-арк проходит. Бочки, как мне от них уворачиваться? Ладно. Нужно, короче, на нее нападать, когда он уже коричневая, да, бочка? Токсик, корыч. Фух, ладно. Одну контишку мы просрали. Из-за неожиданности. Нападение прыгучих бомб. Ладно, вы не бомбы, вы не бомбы. Блин, а должно быть как бы... Так, все, телепорт, поехали. Нужно просто понять радиус ихних. Вот этих херовин. И все. Так довольно это просто. Сука. Обратно. Вот если бы не давали больше шансов насчет бонусных уровней, то там проебать на изи. То есть, так, да?
Ой, давайте тогда не буду тратить на время на коробки эти. Коньки возьму, тебе две и все. А, все, взял коньки, потому что по звукам одна улетела. Нормально. Да, минус две кор... Ага. Минус. Минус две коробки, это минус две коробки именно там внутри. В порте это. Давайте мне босса крысу. Это ожидаемо, что будет крыса, хорек. Если здесь у нас враги представлены как крысы. Бочкометатель и пекаля-стрелятель. Пекаля-стрелятель будет по, как бы сказать так, помощнее. Хотя у него есть там перегрев, когда он меняет... О, да! Инстар Путору. 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 Надеюсь, он будет не с пулеметом, не с автоматом, особенно не с базукой. Блять. Вышел. Вышел, проверяйте. Так. Теперь понять, как его убивать. 50 контишек, это норма. А, ну, в принципе, такое. Стоим на одном месте и стреляем. Ну, да, мы, конечно, не стреляем. Все же, все же. Легко. Легко. Главное понять его механику. На ту сторону, да, нам нужно? Нахуя я это сделал? А, ну после удара нужно будет тогда туда побежать. Именно когда у него будет уже клинить. Либо ждать, пока он снова переберется на эту сторону. На что мы потеряем вдвое больше немного времени. Это, знаете, крыса лучший работник месяца. Так, быстро на эту сторону. Главное не вставать, чтобы он нас... Ууу, ебнул, он меня зацепит. Готово. Минус босс. Изи левел минус босс. Лайдинг, лайдинг, лайдинг. Значит, если уже босс у нас здесь был... Блин, рили что ли? Только три острова. Хотя, если покупать... Ну, если вообще вот, да, брать саму игру... С покупкой. То три игры в одном. Это норма. Если бы здесь была одна игра, то это рублей 400-500-600. Ну, короче, где-то минималка от 600-500. Максималка 1000-1200. Если... Хотя... 1200. Сука. Чего? Чего? Не, короче, дальше я не пойду туда. Хотя... А тебе, приветик. Оказывается, да, что-то есть спрятанное. На карте. Ну, считайте, я ничего не потерял. Я только беру два яблока и все.
Так, снова привыкать теперь к этим прыжкам. Ступенный прыжок. Да, там есть то, что мне нужно. Там есть то, что мне нужно. Давай беги ко мне, кабан. Главное то, что он не убирает, не убивается, не убирается. Так, континуум. Блин. Сука. Найс. Просто нуйс. Только 50 контишек нафармил. Только 50 конти нафармил. Нет, 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 нет. Мы будем их терять. На ебучем мосту. Видите? Мост у нас здесь превыше всего. Не вижу смысла. Не, здесь нужно было убивать его, мне кажется. Блин, я до чекпоинта еще даже не дошел. Да, давайте еще, пускай у меня здесь чекпоинт появится. А, хер тебе, свинорылая. Бычонок. Бычанок. Бычонок. А, здесь понятное дело. Да ебаный. Башмачки. А что там за здание? Видите, вон далеко. Это ж нашего врага. Антагониста. Но! Нет! Зачем я замедлился? Ужас. 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 А, сосать. Только жизнь потратил. Чекпоинт, чекпоинт. Ух, да. Да-да. Да-да, здравствуй, чекпоинт. Буча черепаха. Я грохнула черепаха. За что? За что? За что так сложно? Бля, я до нее даже не дотронулся. Умри! Надеюсь, я достану. Выиграем это. Выиграем это и все. Бля. Еге. Еге, сука. Если я, кажется, сдохну, мне кажется, только откатится остров. Сука. А? Проклятущая черепаха. Ладно, не беда. Блядь! Да. Было 50 с лишним контишек. Стало 36. Две контишек.
Почему именно здесь? За что мне такой уровень дали? Мне нужны читы, чит-коды. Мне нужны чит-коды. Ты снова изрел. Very hard. Ладно, не хочу, не хочу. Блять, у меня еще был шанс, оказывается, не достать. Все заработано кровью и потом, было просрано. Пацаны, четырим. Так, черепах. А ну. Ай-яй-яй. А давайте. Это годная идея. Нет, это серьезно, прикольненько. Я не знал этого. Ай-яй-яй. Нужно как бы наискосок мне. Коробки получится. О! Ой, черт. Изи. Блин. Ребят. Не смейте пиздить мою фишку. Моя идея. Хер тебе. Блин, не, нужно контролить все-таки расстояние. Если я сейчас. Тихо. Хе. Ладно. Норма. А, давайте здесь попытаюсь так пройти. Не, здесь уже не так сложно. После того, что я нашел. Не, я серьезно думал, что здесь будет адский. Жопа. Оказалось, не, ни хера. Оказалось, не, ни хера. Так, нужно на этого запрыгнуть сначала. Оп. И побежали. Да, ебись. Главное не упасть. Так, куда? Куда? Тихо. Ушел отсюда. Ушел, кошачок. Так, сначала уничтожаем. Так, контишка здесь бесконечная. Главное, те, которые висят бесконечно, значит, я могу пытаться и пытаться. Так, Кунтюн, пошлите. На Кунтюн уровень. А, да, мы пройдем и все это на этом закончим. Ну, зато те, кто, надеюсь, хотя бы смотрели меня, нашли тоже такой прикольный трюк. Это и не читерство, это не читы. Это просто охуенные такие найс моментики. Теперь я могу просто так делать, хоп. И сосай быки, сосай ловушки. А-ха-ха. Ха-ха-ха. Ай, сколько просранных контишек.
Ух, ну что, ребят, давайте на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока-пока.